Итак, всем привет, с вами снова Дезертир. Я решил сделать небольшой, маленький, такой прям совсем крошечный урок по тому, как играть на этой карте, потому что мы часто на ней играем во время стримов. В общем, что нам нужно, зачем, почему и так далее. Мне прям хорошо с маной. Мой союзник сигналит, что у него есть золото. Ты бы мог об этом и сказать. Я не знаю, я хотел это посигналить именно. Просто ты такой, радостный какой! Это так классно, сразу же золото выпало. Да. Видение. Ну, повезло, да, на самом деле. У тебя еще сверху нефть, чуть выше. Смотри! Смотри! Еще золото. Дотягиваешься? Не знаю, по-моему, нет. Нет, по-моему, не дотянусь. Оставишь? Конечно. Так. Но я все равно пока ману буду набирать фиксом с золотом. Так, что нужно сделать? Ладно, что нужно сделать? Для первого начала вам нужно улучшить вот этого замечательного скелетона. По-моему, карту немножко пофиксили. Осьминожка теряет анимацию удара. Да. Об этом было сказано, кстати. Он же ее обновил. Ну так вот, ладно, про что я говорю. У вас есть вот этот скелетон, который появляется в самом начале воды. Обычный скелетон. Вы его строите, сразу улучшаете, сразу грейните. И он у вас стоит несколько волн подряд. Какие дела? Вот, пока я с тобой разговаривал, я забыл поставить ману. О, бывает. Нельзя забывать. Нельзя забывать про ману, да. Да. О, зато... Ну, не зря, не зря, не зря. Все равно не зря. Там, видишь, и мана есть. Угу. Я вижу. Большой прирост маны, это будет прямо замечательно. Вот. Как видите, он, ну... Да, его бьют, но он отхиливается. И отхиливается довольно неплохо. Даже против таких ботов, хотя они сильнее бьют, по-моему... Нет. Это обычные боты. Есть там, короче, более сильные боты, вот их он не выхилит. Ну тут как повезет, ребят. Волны здесь меняются. Волны здесь меняются. Меняются довольно жестко волны, кстати. Успел? Успел. А, это ты не убил. Чуть-чуть. Хрена себе чуть-чуть, почти всех. Какой почти всех? Там осталось 5. Неважно, все равно почти всех. Вот. Золото я вроде взял. Надо, кстати, его еще немножечко улучшить. И надобно нам с вами что-нибудь построить. На следующей волне я, наверное, построю огра. Он мне поможет немножко протащить. Я надеюсь, что ты затащишь этого, да? Нет. Должен. Нет. Ты должен. Нет. У меня одна. У меня плюс 28 маны, это на начале. Это у меня только плюс 6. Это при том, что я маг. У меня плюс 28, чувак. Ты просто... Просто врубись в это огромное количество маны. Вот, в любом случае я доволен тем, что у меня куча маны, но твою волну я не затащу. Ты же понимаешь, да? Да, не затащу. Ня! Хотя... Ну, кое-как, если затащу. Если повезет, то затащу. Не повезет, не затащу. Надеюсь, что повезет. Окей, ну мы потащим, я надеюсь. Потому что там недобитки у него есть. Я думаю, что он все-таки должен. Но. Если будет бить правильных, конечно. Он бьет всех, но не... О, да. Но не того, кого нужно, согласен. Целый скелетон. Он офигенный. На самом деле. Я тебе говорил об этом. Я знаю. Ну вот. Вот, теперь надо бы построить огра. Все-таки вперед его поставлю. Пусть отлавливает люли. Тем временем у меня накопилось знатное количество маны. Я буду выходить. Сами знаете в кого. В хай-темпларов. Но на самом деле вы, скорее всего, об этом не знали. Но я буду в них выходить. Так, я пока не буду никуда идти, мне вполне хватает того количества маны, которое у меня есть. Они дойдут вообще. О боже, как бедный огр просто отхватил, я не знаю, столько люлей, он просто убился. Ой, кстати, есть некоторая вероятность. Какая да, вероятность? Большая вероятность. Какая вероятность? Ой, это та пятая волна? Ты помнишь эту пятую волну? Нет, тогда седьмая была. Не, она пятая тоже была. Не, она была седьмая.
Ладно. Ты как-то что-то улучшить можешь? Башенка? Да могу, в принципе. Ты думаешь, что не затащим? Я уверен в этом. Они больно бьются. Да ты такой прямо человек, который боится. Да. Не затащит. Они кислотой стреляют. Я чуть турбо не врубил со страху. Чуть турбо не врубил со страху. Конечно. Блин! Чувак, у меня единички не хватило. Да ты божественен. Просто единички. Одной единички, понимаешь, это проблема. Ладно. Я на этой волне в прошлый раз был с темпларом. Прикольно, они так бьют. Тюдень. Это смешная вещь. Я, может, вообще никого не убью. А, нет, убью одного. Двух. Трех. Нет. Я... Двух. Я в Фэслос не успел выйти. Так вот, чем хороши мои юниты? Тем, что они очень стойкие. Чем плохи мои юниты? Тем, что они очень долгие. Не просто катастрофически долгие. Это да. За это время можно чайку выпить. Два. Можно и два. Ладно, в следующий раз пойдет хай темплар. Хотя могу сразу и квину поставить, в принципе. Но я думаю, темплар мне пригодится больше, чем квина. Тем более, что квину смогу поставить через примерно две волны. Так, ну, Угар, я как бы знаю, что... Огур, да, там прям шикарен. Он просто погружает свои лапы по полной в слизь. И отталкивает. Такой, не. Не, такой, не. Не. Отцепись. Последний ваш прям откинул вообще. Да, в заоблачные края. Так, что у меня здесь есть? Что у меня здесь есть? Я на следующей волне поставлю. Нет, не поставлю на следующей, если не прокачаю вот так. Вот, теперь я на следующей волне, скорее всего, поставлю квину. У тебя так много маны? У меня плюс 30 маны. Тебе 4 маны стоит, у меня одна. Не 4. Раз, два, три, четыре, пять. Я пятую не вижу. А, пятая наверху, все. Одна наверху, одна в углу, там, я не знаю, просто какую именно ты не видишь. Эй, вы куда так больно? Воу. Это именно та, волна. Что-то пошло не так? Край. Что-то пошло не так. Сильно что-то пошло не так. Я надеюсь, он хоть половину из них убьет, иначе мы это... Он половину не убьет. Ни одного не убьет. А, нет, одного убил. Я думал, цепной хоть кого-то заденет. Ну, я надеялся, да, но что-то пошло не так. Да вообще. Жестоко. Надо им там чекать. Надо пушки прокачивать, на самом деле. А я не могу пушки прокачивать, потому что если я прокачаю пушку, я не смогу квину поставить. Не, ну мы нормально. Это не как в прошлый раз. Это да. А, блин, у меня... Чего? Проблема! Какая? У меня же кристаллиза нету. Фак! А, ты квину хотел. А у тебя нет... Эх ты! Фак! Игра, я ненавижу тебя. А у меня кристаллик есть давно. С самого начала игры. Ох, хорошо сейчас сделал. Вот за это я хайтемплар обожаю. Так, я не знаю сколько, может и всех убьем, может и нет. Да он всех. Он их ваншотает. Это прикольно. Нет, не всех. Почти ваншотает. Чёрт! Там, кстати, один он снова один хп. Забирай. Окей. Жадный еврей. Конечно.
Кто бы сомневался, что я еврей. Ладно, хоть Хайтемплару лучше. Пока все равно коплю на это. Я поставлю, не знаю, как его обозвать, твердоголовый, ВДВшник. Я не знаю, как называть это вот существо, но на самом деле называется Бихолдер. Бихолдер. Да ладно! Разработчики, серьезно! Что с вами не так? Дайте мне ванну. Что с вами не так? Скажите мне, пожалуйста. Ой, там Рой. Я вижу. Смешная анимация. Мне теперь развлекают эти осьминожки, они смешные теперь. Они как будто сейчас сзади стоит еще один и это. Ладно. Да и он там не один, у них там... Пати. Да. На хате. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Короче, вот с всех сторон. Как-то жестоко со стороны смотрится. Я промолчу. Следующую волну я построю. Я поставлю. Блин, да нет, у меня маны на хиле. У меня с деньгами пока плохо. Мана! Серьезно? У тебя металл сверху, кстати. Что так нервничаешь? Смотри, что ты такой нервный? Я не нервный. Да не рожай, бейте его, бейте, дебилы! Я нервный, потому что это босс, я его не убью. Ты посмотри, что мои делают, у меня огонь. Ты посмотри на это, со всех сторон. Ой, я обожаю этих миножки. Просто чем занят огр? Бьет крабиков, маленьких крабиков. Только не говори, что ты его не убьешь. Нет, я его не убью. Смеешься, да? Нет, я говорю как есть. Потихонечку умирает, его крабики делают с ним то же самое, что... Они ему делают массаж, что? Я минус 150 хп ему еще сделал, ну так, чтобы... Чтобы потом нам было легче. В каком месте нам будет легче? Ну... Где-нибудь, наверное. Ну, когда у меня только в следующей волне будет проблема. Я как бы щит там чуть-чуть прокачал, но... Ладно, такую мелкого сначала этого. У меня денег нет, чтобы что-либо вышло. Не, ну они как бы нас не убьют, потому что они очень... такие... У них урона мало. У них урона мало, да, очень. Причем у их крабиков в основном мало урона, не у них. Сколько там у крабика урона? 5. Ты посмотрел, да? Да. Как это медленно. Прям как мои огры. Ага. Ладно, крабиков надо убивать. Волна закончилась, хорошо. Квина, приди. Я не могу никого поставить пока что. Ну я хотя бы Квину поставлю, то хоть как-то меня развлечет, хоть немножко. Хоть чуть-чуть, да? Ну, типа. Улучшение завершено. А я пока что улучшу маму. У меня нету ферм, по-моему. А нет, одна есть, я ее почему-то не поставил. Я не поставил. Серьезно? Ну, бывает. Серьезно? Серьезно? Что там? Золото. Ты серьезно? Бихолдер, ты серьезно? Ты кого бил? Они там три лоу хпшных, ты с чем занимался, Бихолдер? По-моему, кому-то не прет. Что-то типа того. У меня хайтемплар тач. У одного 2 хп, у другого 2 хп, у третьего 7. Серьезно? Просто подошел, убил. Так, что мне построить, я вот даже не знаю. Мне ни на что не хватает, я буду, наверное, улучшать своих ребят. Я улучшу осьминожку. О, это важно. Это очень важно. Улучшенные осьминожки, это важно. Ну, на самом деле, да. Я не помню. А, они щиты дают. Ну ладно, раз мне так сильно намекают, что у меня здесь мана стоит, ну хорошо, я ее возьму. Он дает плюс 2 к армору, осьминожка. Прикольно.
Не спешите улучшать до скелет мага, потому что маг хоть атакует всех издалека, но у него, по-моему, чуть меньше урон, но при этом он дает минус к броне, но он медленнее бьет, из-за этого в самом начале лучше не улучшайте. Да и не будет у вас, скорее всего, столько маны, чтобы его сразу улучшить. Угу. Не, почему-то вроде мало требуется. Нет, там 20 маны требуется. Это я бы не сказал, что это так мало. Ну, в принципе, ладно, согласен. Я улучшил только одного, блин. Хреново. А, пойдем ломать камни дальше. Хорошая идея. Я бы с тобой согласился, но... Но что? Но. У меня золота нет, чтобы ломать. Близкие гидролитки. Они большие, кстати. Специальные гидролитки. Бихолдер там прям ворвался и прям на месте наложил. Потому что он им урона почти не нанес. У меня вроде нормально, более или менее. Не, я походу... Я не знаю, я может одного не убью. А может убью. А может не убью. А может убью. Да убить должен, по идее. Такие осьминожки странные на самом деле. Такие вроде имеют, а вроде нет. Что-то типа того. Не, ну я-то должен затащить. Я так и знал, что ты это сделаешь. Я тот еще еврей. Не, серьезно, я знал, что ты это сделаешь. Ладно, я построил логра. А я ведьму поставил. Я улучшил сразу, все, у меня есть биг квина, все, 230-250 урон. Зашибись! Счастливый дезертир. Мне прям хватило, мне прям вот как все рассчитано-то, а? Как все рассчитано. Вот, мне дали, короче, на ускорение урон. Ой, у тебя подлагнуло или это у меня подлагнуло? Это у тебя. Воу-воу-воу, ну только не во время записи, пожалуйста. Эй! Ты куда? Не-не-не, я вернулся, все нормально. Все хорошо, я вернулся. Так, продолжай. Там пропадает. Так, у меня все хорошо. У тебя, я так смотрю, тоже. У тебя в этой волне... А, у тебя прям все хорошо. А за кого ты в прошлый раз? Ты за лучников, по-моему, играл, да? Я играл за все вместе, скажем. Поэтому у тебя, короче, не перло в прошлый раз, я понял. Вообще. Я понял. Да ладно, серьезно, разработчики, вы издеваетесь опять? Чуть-чуть издеваюсь. Что там? Посмотри, это и чуть выше. Сейчас я покупаю ангел. Лол. Тебе больше ничего не выпадает, что ли? Тебе скучно? Да! Странный человек. А чему мне радоваться? Вот чему мне радоваться? Жизни. Потому что я могу вторую квину построить. Это не радость. Это ужасно, да? Это ужасно. Это ужасно скучно. Зачем мне вторая квина? Кому она нужна? Улучшение завершено. Кому нужна вторая квина? Вот кому? Мне. Не ври, тебе оно не нужно. Кто такое сказал? Я знаю. Ладно, будем надеяться, что квины будут разбираться. На самом деле я построю двух квин только ради того, чтобы они делали айсбрик. Это будет два айсбрика, которые дают стан врагам. Они не могут в этот момент атаковать, пока они находятся на льду. Это просто замечательно. Колбасит осьминожек. Я зря их, наверное, построил с одной стороны. Так, я не знаю. Честно, не могу сказать вообще, потому что у меня тут роботы еще остались, и они мне дамажат хорошо. Не, должен, по идее. Да должен, должен. Потому что она-то мощная. Она еще и станет, она еще и замедляет. И орет она... на них. Она классный персонаж. Она орет, главное, на них, это вот важно. Хорошо, улучшим тебя. И давайте продираться через... гущи. Пробираться. Что вы издеваетесь, что ли? Еще две. Да тебе прет. Это просто это... О, мана. Я до нее не достаю. Ой, еще мана.
Знаешь, тебе надо было тоже сказать фразу из Resident Evil. Где ты была раньше? Ага. Ой, я ангела вовремя поставил. У меня ангела нет, но у меня мои эти тащат неплохо. Просто чем занимается осьминожка? В следующей волне я, короче, усилю это вторую крину, и у меня будет два крупных персонажа. Нет, через волну. Окей. Серьезно? Через что? Волну? Через... Ну, точнее, на следующую. Ой, у меня нету ман. Так, а я пока, кстати, коробку куплю. Я не знаю, может мне коробку поставить сразу? Я инкомчик пока. А, мне не хватит. У меня 64 там. В принципе, если бы Огра не строил... Если бы я Огра не строил, у меня бы хватило, короче, на это сразу. На коробку и квину. Я все. У меня чуть-чуть осталось. У меня просто, знаешь, так чик-чик-чик-чик-чик. Они крабиков просто бьют, конечно... Умно, да, я понял. Там банши у тебя, ангела, зара. 21 хп. Банши у тебя там орущие. Все, у меня две квины. Я могу радоваться жизни. А в следующей волне у меня первая коробка. Только сейчас он есть. Этот факт того, то, что он есть, он существует. Кто? Как ангел? Темплар. Ангел у меня стоит давно. У меня-то ангела нет. Это проблема. Бихолд, ух, тух-тух-тух-тух. Как там летело, все хорошо. А кстати, гиблинги просто щиты сняли, который дал этот. Угу. Такая интересная ситуация. Они ж бьют. По нескольким. Мне не хватит, к сожалению, на коробку. Вообще? Так, такие печали? Чуть-чуть, да. По деньгам мне не хватит. То есть... А, 128, жаль. Я хотел квину улучшить. Ну ладно, я им пошлю тогда квину. Та-дянь! Сколько там стоит коробка? 65? Нет, вторую квину посылать не буду. Хочу я в этой волне поставить коробку. Я улучшил бихолдера. Прикольный мужик. У меня две фермы сверху, но я пока их не хочу ставить, потому что... Все пока печально. И так, и без ферм. Печальная волна. Да не, у меня две квины, они должны затащить. У них много здоровья. Да, видишь, они затащили. У меня бихолдер полетел, короче, к самому дальнему. В итоге убил всех, кто был. Да, я понял, да. Так, щик строчкой. Так это хорошо. Ладненько, коробочка. Что делает коробочка? Коробочка дает нам щиты, по-моему, насколько я помню, усиление. Видите, плюс 0.4 и плюс 2 брони. Скорость передвижения, точнее, дает 0.4, а 2 брони еще дает. А врагам она дает все обратное. Минус 2 армора, по-моему. Что-то у меня ресурсы. Что-то в этом духе. В следующей волне я построю вторую коробочку. Ну, в смысле, коробочку второго уровня. Что-то мне печально присутствует. Ну, если выживу, конечно. Потому что, знаешь ли, есть подозрения такие, что я выживу. Да, есть такие подозрения. И есть подозрения, что ты выживешь. Я жив буду. Ну вот, ну пока вроде нормально. Ага, я могу ее улучшить? Да, что ж такое? Ну, пока только ты, правда, сливаешься немножко, но в целом нормально. Не, нормально, не сливайся. Сливайся. Я его улучшу. Бэнди пап. Ладно, серьезно, разработчики, хорошо. Все отлично, он дает хороший баф к атаке. Серьезно? Почему мне никто не сказал, что я не могу поставить здесь ферму, если я встану? Воу. А, он снижает скорость атаки, воу. Так, у нас здесь рачи. Кстати, эти рачи бьют поодиночке, я думаю. Угу. Коробка очень сильно, кстати, тоже скорость снижает. Я знаю. Минкам всего 26. Даже как-то печально. Чуть-чуть. Ладно, вторую коробку поставлю. Я ангела улучшу.
две коробочки сделал. У меня получается уже вон много всего улучшенного есть. Тащи. Сейчас я сделаю вот так и ман нет. Так вот так и что-то пошло не так, да? И ман нет. Я ж не видел, сколько там маны требует. Не обломали, если честно. Прям вообще обломали. Ну чуть-чуть тогда есть немножко. Есть немножко. Отлично, я себе гринкамчик хорошо поднял. Но у меня зато плюс 60 маны за раунд. Плюс, просто плюс 60 маны за раунд. Как тебе? Да, хорошо. Шикарно, я бы сказал. Ага. Так, что бы можно еще такого улучшить? Что мне не хватает? Почему я не могу строить новый кост? Я вспомнил вот это. Нет, там нужно... Нет. А. Что-то как-то, по-моему, чуть-чуть больно, да? Чуть-чуть. Я думаю, надо ангела строить. Давно пора. Так, по поводу ангела. Бихолдер, ангел, коробка. Не хватает мне на ангела. Ну ладно, построил две коробки. Построил две коробки, на том спасибо. Построю третью коробку, наверное. А, не хватает кристаллиза. Черт. Я улучшаю все, что могу. Я могу улучшить много, но я строю, уберу юнитов сразу, чтобы улучшать потом через них. Разрабы, да вы издеваетесь. Че, еще выпало что-то? Еще мана. Еще мана? Я уже не буду ставить эту ману на ману. Только ой, деньги, 3-3-31 только тратить на нее, ну нафиг. Ой, ангел уже был. У меня коробки живые. А кто у меня армию этот? Кто такой ему снижает? Бихолдер. Разве? А, не, Квина. Ну, это банши, точнее. Давай! Бихолдер умер. Ладно. Так, добьем. Не затащил. Тебе бихолдер говно. Слился. Я знаю, что он слился. Я так, улучшу. Нет, стоп. Я хочу сейчас посмотреть, мне хватит сначала построить ангела. И ангела я поставлю, кстати, сзади чуть-чуть. И коробку еще одну. Шикарно. Я построил еще коробку. Цена-то какая. Я построил, короче, третью коробку. Еще одну. Третью. Куда тебе столько коробок? Чтобы вот после вот этой волны выживать. Точнее, сначала на этой выжить бы. Вот, кстати, видишь, я построил ангела и поставил его чуть сзади своей армии, и у моей армии щиты дольше были. Ну, то есть, это плюс. Когда мы его ставим обычно вперед, он задыхает как последняя какая-нибудь дурында. 24 требуется на следующего ангела, блин, много. Что могу поставить я? А я вот это могу поставить. В следующей волне я улучшу коробку, наверное. Мне бы в центре коробочку улучшить до третьей. Для этого мне нужны кристаллы, блин. Бывает. У меня есть все ресурсы. Эта волна жестковата, а, конечно. Я тебе говорил всегда, что она жестокая, если не зовите. Ну, я вроде прошел. Меня, правда, убили почти всех танков, но... Нужно 25 больше себе. Меня танкуют коробочки. Да я вижу, я верю. Чем хорошо так танкуют. Я пошлю им, наверное, Квину еще одну. Просто потому, что я могу. Логично. Просто потому, что я могу. Улучшение завершено.
Ну вот мана, вот мана. Ну хотя 10.8, вот, все вот. Нормально. В следующей волне я строю этого. Ой, пробки. Улучшенную коробку. Их три. Да, волны здесь разные. Угу. И не всегда они меняются в хорошую сторону. Это да. Чем обычно, чем больше противник, тем хуже. Чем хуже. Чем меньше в количестве, тем они больше. Тем они хуже. Если против вас выйдет один зонд, вы заколебетесь его убивать, у него там будет очень много хп. Причем, кстати, иногда хп у них не меняется, но меняется, например, скорость атаки. Здесь такой рандом непонятный. Или ну, защита по броне меняется. Как к рандому уже обращаться к самому создателю. Ну да. Вот, я, короче, поставил последнюю коробку. Она делает очень классно стан всем. Рейндж увеличивает. Армор минус 3. В общем, замечательная коробка. Я квину поставлю. Я не знаю, я бихолдер, наверное, не буду ставить все-таки. А я поставлю еще одного. Да сколько можно? Что такое? Мне это уже сабдок. Сабдалак, сабдул. Я не знаю, как это обозвать. Но его мне его реально много. Ты про что? А, я понял. Мне его как раз не хватает на самом деле. А у тебя тут, ну да, я вижу. Хорошенечко. Ну все, я закончил. У меня даже ангел жив. А у меня ангел не жив. Почему? Он у тебя вроде был жив. Был. В том-то дело, что был. Все-таки умер, да? Мне надо немножко прогрейдиться, выходить через уже этот... Через металл. У меня металла много здесь лежит. Так, как? Сколько стоит он? Он стоит тут. Много, короче. Ух-ты-ты-тух-ты-ты-тух. Чуть-чуть такой наркомании. Не каждый юнит стоит. Ух тут 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 тут. Ну да, да, да. Есть тут Тор один. Который стоит того, чтобы потратить на него. Ух тут 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 тут. Да я, в принципе-то, его и хочу поставить. Он правда много стоит. Так. Да, то есть на следующей волне я его поставлю. Сейчас я лучше квину. А, еще кого-нибудь улучшу. Я никого не буду. Так, я не знаю, вот мне ставить второго ангела, чтобы у них чисто спекался этот. Я поставлю, думаю, еще одного ангела. Мне надо. Будет сейчас изучать. Так, во-первых, квину посылаем. Смотри, сколько я крабиков послал. Да ты псих! Я люблю крабиков, ты это знаешь. Я знаю. Нет, я до сих пор помню этого крабика. Какой же он лютый был. Я кристаллисков чуть-чуть послал. С моими осьминожками мне проще играть. У босс бывает именно на них обращать внимание. Это его отвлекает как-то. А у меня коробки. Причем, смотри, коробки даже не коцали. Почти. Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то пошло не так. Чуть-чуть. Куда? Куда слились-то все? Ты просто видел, как его разнесли вообще в хланину. Да вообще жесть. Просто уничтожили. Ой, я вот это прекрасное чудо поставлю. Так, я, наверное, ну, во-первых, естественно, я отправлю квину, а во-вторых, я хочу построить сталкера, но мне не хватает. Мне, к сожалению, очень мало добывается металла. Я поставлю бабочку. Баттерфляй! Ей! Как она красиво порхает крышкой. Там только один танк и столько медиваков. Это очень больничая волна, ребят. Очень больничая волна. Очень жестоко.
Но благодаря вот этим коробочкам я затащил. У меня даже два ангела живы. У меня все живы. Так, игнор. Армора. Точно, я бабочку лучше. Я психом буду, я лучше бабочку. Улучшай бабочку. Пархай, пчела. Мне нужен этот. Нефть. Так. А мне нужно, чтобы я нашел металл. Но это падло мне не упадает катастрофически. Ты понимаешь, что мне вообще не упадает ничего? Понимаю. Я понимаю, что эта волна жестокая. Ой-ой-ой. Ну не, я вроде нормально. Благодаря трем коробкам я вроде нормально. У тебя коробки есть, у меня нет. У тебя там что? Ну у тебя тоже все нормально, что-то. Я понимаю, что ты переживаешь-то? Хотя там все хорошо было. Блин, ни одного этого не хватило, пока там с тобой болтал. Такая красивая бабочка. Не, лучше. Делать нечего. Лучшая бабочка. Не, ну серьезно, что тебе еще делать? Не знаю, я еще крабиков пошлю. Много крабиков. Просто психанул. Тебе видно. Это жесткая волна. Каждая следующая волна, короче, после 20-й волны, точнее после 30-й волны, там начинаются такие веселые волны идти, что просто жесть. Угу. Веселье, полные штаны. Дальше Торов мы, кстати, не проходили. Вы проходили до последней, о чем-то? Дальше Торов мы не проходили, Торов мы не убивали. А что после них было? Помнишь два огромных корабля? Ой-ё! Про тех! Ага. Ну, понятно. Ты вспомнил, да? Чуть-чуть, да. Я улучшил максимально нам, короче, это. Я улучшил все, что мог по максимуму. Все, что мог. Понял, что немножко лоханулся. У меня 100 инкана. Фактически. Я поставлю еще ангела. Еще дурынду. У меня тут столько всего воинов. У тебя столько воинов. Это просто жестоко. Но это все не затащит даже Торов. Мне 20 минут. А вот, кстати, они, по-моему, пошли, нет? Да. Это не затащит Торов. Я серьезно. С большой вероятностью нас просто сейчас покарают. Я убью двоих, скорее всего. А я не знал, что бабочка в рукопашку сражается. Она не успевала у тебя дойти, да? Она у тебя, видать, дойти просто не успевала. Видите разницу в ХП и прочем, да? То есть в уроне и так далее. А, ты затащишь, да? Затащу. А, у тебя робот уже есть? Лол. У меня робот есть, я же говорю, я сейчас Тора выйду. Только тогда да, есть. Тогда все, тогда ты затащишь. Хотя я сейчас могу Тора поставить. Поставь. Рады, мы на следующей волне как бы сольемся. У меня лишних 300 кристаллов. Не кристаллов, золота. Ну, я понял. Но нам без разницы. Еще ангел. Ставь все, что можешь. Я ставлю все, что могу. Я, наверное, поставлю еще одну клину. Ну, чисто потому, что могу. Жестоко все это. Очень. Лучше на всякий случай огра. Одного, хотя бы. Лучше. Поставлю еще одного огра. Поставлю еще скелетонов. Вот это и вот это. Ох. Космический дестройер. Как это больно. Они уже! Не-не-не-не-не-не-не-не, только не они, я не готов. Спей дестройер. Жопа наступила, Новый год пришел. Это же она, ты же понял, да? Да. А ты сколько убил? Хоть одного, прошу, я ж да. Твой... Одного убил, второго наполовину покоцал. Давай!
Мы же можем затащить еще. Сатор есть, окей. У меня есть Тор, у меня две банши, которые могут заставить. У меня Фестлос. Он умер. Банша. 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 Нет. Нет. Тор! Тащи! Давай! Да! Я знал всегда, что Тор сильнее. Ну... Что? Черт! Это не конец! Дальше, короче... Последнее. Фатер... этот... Папа-корабль гигантский. Папа корабль, нет! Я не хочу! Дальше папа корабль! Да, нет! Ни в коем случае, нет! Никакого папа корабля! Нет! Вот так, все, я не знаю, что я буду делать сейчас. Что мне делать? Я ставлю все, что могу. Я не хочу умирать. Дальше папа корабль, чувак. Чувак, я не хочу. Серьезно. Дальше папа корабль. Понимаешь? Ты сейчас стал... Я, короче, включу это, ХП, реген и все остальное. Ю-ху-ху, фазершип. Давай! А, ух ты, блин, она просыпается. Тащи! Давайте, пацаны! Блин, он и коробку атаковал, падла, именно ту, которую не надо атаковать. В него 30... О, у него 35 КХП! Нет! Не смей! Нет! А-а-а! Как их много! Как много всего! Атаки! Чего только там нету! А, слушай, а он, кстати, такой хреновенький, не особо сильный. А ты затащишь моего еще? То его и навряд ли. Давай улучшай башню, чё. Улучшение завершено. Я все улучшил, что смог. Но мы не снесем им 6 и 8 КХП. Серьезно? Чё так много? Давай, турбо готовь. Это, по-моему, последний, походу. Не факт, в том-то и дело. Да, дальше дракон будет. Турбо. Не-не, это ГГ. Дальше еще драконы будут. Следующей волны. Мы живы! Да ладно! Мы первый раз дошли до этой волны. Видимо, в последний. Видимо, да. Я не знаю, что ставить, серьезно. Я тоже. Оставлю сталкера. Просто потому что могу. Я так же сейчас думаю. Я даже осьминожку поставлю. Даже еще одного архонта поставил. Даже еще одного огра поставил. Даже еще одного осьминожку поставил. Даже еще одного скелетона поставил. Не знаю, просто потому что могу. Ты посмотри просто, что я там понаставил. Ты посмотри, что я понаставил. У меня еще спереди скелетоны, которых ты не видишь. Потому что они маленькие. Жесть. Этот урок мне не очень нравится, потому что что здесь происходит? Это последняя волна! У них Торы! Ох ты ж, ёх ты ж! Да! Да, дракон! Дракон! Именно дракон! Не, это ГГ. Я ему даже пол ХП толком не снял. Ангел, нет! Нет! Почему, если умирают танки, то умирают все? Какой бешеный просто! Я ему 4К оставил. Там еще 16, чувак, 6. Дракон! Ты понимаешь, что мы это не убьем? А ты знаешь, что это последняя реально волна? Да. Мы дошли до последней волны. Ну ладно, мы хоть и вам ее показали. Вот, в общем, наш метод работает. Если вы идете через коробочку, или если вы идете через это. И дракона! Как ты быстро слетает это все! Да там два удара, по-моему, и все. Вот, ну, в общем, мы вам все показали. Я надеюсь, вам понравилось. Запоминайте, что важные вещи — это коробочка, важные вещи — это бабочка вместе с этим построены не обязательно, но если вы прокачаете... и CD-шку, и бабочку, у вас есть возможность построить танк, в связи с которым вы прокачаете в итоге Тора, который очень мощный, поэтому запомните это. Но для этого вам нужен, по-моему, металл и там нефть. Там, ну, во-первых, для того, чтобы изучить бабочку, танчик, сам танк, из которого потом получается Тор, SCV, там, это на них всех нужна нефть.
А чтобы поставить сам танк и улучшить Одатора, там нужны все ресурсы три последних. Проблема, да? Угу. Вот, но суть в том, что это того стоит, и, на мой взгляд, очень сильные юниты на начале — это хай-темплар. Он очень сильно помогает в самом начале. Если у вас много маны, обязательно копите на хай-темплара, не тратьте ее на посыл вашим врагам. Это можно сделать и потом, но как-то вот так вот. В общем, всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Десертир, со мной был Колдун. Надеюсь, вам этот урок понравился. Ну, это не то чтобы урок, это скорее просто показ того, как можно проходить. Мы прошли до последней волны, но, к сожалению, ее мы почти не затащили. Там дракон. Да. Я призвал все силы небес, там стояло 4 ангела. Вот, в общем, да, мы призвали все, что могли, но, к сожалению, пошло что-то не так. Но, в общем, мы все показали, все, что могли, и, надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, спасибо и пока. Пока. Okay.